Hey, друзья, всем привет! С вами, как всегда, Юрий Кот. Мы играем в Among the Sleep, отличную игрушечку. Напомню, друзья, что мы здесь играем двухлетней девочкой, которая потеряла уже сейчас своего медведя. И, по всей видимости, это лежит его... Что-то его лежит. На что это может быть похоже? Я не знаю, давайте посмотрим в инвентарь. Так, это наш... Какого хера... Розовый слон. Но мы это все проходили. В общем-то, давайте двигаться опять по этим, значит, фонарям. Сейчас здесь будет лютая жесть. Но я думаю, что это будет недолго. Потому что в прошлой серии мы с вами уже добрались до нашего домика. Не сейчас. Если нравится игрушка, как всегда, большой пальчик вверх. Мы тем временем продолжаем. Не сейчас, милая. Я хочу сейчас. Я хочу к тебе, мамочка. Я хочу домой. Я хочу, чтобы этот кошмар уже закончился. Потому что, честно говоря, я сказала не сейчас. Эта хрень действительно похожа на дерево. И если бы... Так, хорошо. Бежим дальше к следующей точке. Фонари. Ну, игрушка атмосферная, здесь ничего не скажешь. В общем-то... Ну... Все. Ага. Потише, сладкая. У мамочки был тяжелый день. Ужасные звуки просто, друзья. Он бегает за мной. Пожалуйста, пойди в другое место. Я просто... Еще глоточек. Господи, я не знаю. Убегать с этого места нецелесообразно, в общем-то. Он не отберет тебя у меня. Это да. Если ты не будешь хорошей, когда мамочка просит, мамочка сильно разозлится. А этого никто не хочет. Давайте двигаться к следующему фонарю. Хорошо. Осторожненько. Вот, 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 друзья, наш домик. Нам нужно к нему. Но очень все плохо, я не вижу. Там, вы помните же, были досточки, и всегда есть вероятность свалиться. Нет, все стало светло. Все достаточно неплохо, хорошо. И это уже как бы радует. Я предлагаю приподняться. Сейчас мы в него зайдем. Положим в эту печку нашего слона. И потом... Что потом? Давайте смотреть, что будет потом. Потому что я этого еще, естественно, не знаю. Мы остановились в прошлой серии на этом месте. Так, закрываем эту крышечку. Заворачиваем вентиль. Хорошо. Вот оно сейчас туда у нас перейдет. Порядок. Так, и что делать дальше? Я, честно говоря, в следующей серии... В следующей, говорю, в прошлой серии мы и остановились, в общем-то, потому что у нас уже и время было, и я не знал, что делать. А помните, у нас было... А давайте, давайте, это лапа Мишки. Он нам открывал этот портал для того, чтобы мы проходили дальше. И, в общем-то, сейчас у нас все получилось. Так, а мы тут что-то можем взять или не факт? И подсветить я себе тоже не могу. И рисунок взять я не могу. Или могу? Не могу. Очень странно, что какие-то рисунки можно брать, какие-то нельзя. Ладненько. Очень темно, впереди есть какая-то дверь. Давайте попробуем туда аккуратненько войти и посмотрим, что нас там ожидает. Я так понимаю, что мы уже близки к концу. Открываем. Ой, какая красота. Как же я соскучился по этой комнате. Друзья, я очень соскучился по комнате. Кстати, кто-нибудь обратил внимание на вот эти рисунки, которые висели по обе стороны? Вот это кто? Это пингвин с галстуком? Какой-то он торчковый. Хорошо, давайте бежать тогда к нашей мамке, ведь она нас за... Так, знакомая вещица. Знакомая вещица, друзья. Мамка, ты где? И мячик знакомый. Мячик у нас тоже был. Он у нас был как раз там, где... За... По-моему, третье воспоминание.
О, господи, я подумал, тут лежит какая-то пьяная женщина на боку с вываленными ногами. И реально, сдалека это так и смотрится. Вот посмотрите, я отойду сейчас подальше. Большая, тучная, пьяная женщина лежит, отдыхает. Хорошо, а что... Нельзя, да? Тогда, наверное, нужно идти вниз. Вот, еще одна знакомая вещица, кстати. Аккуратненько сейчас приспустимся и узнаем, что же будет дальше. Ведь мамка наверняка уже дома, и надо бы как-то, наверное, приобнять ее. Вот они, пазлы валяются. Видите, друзья? Вот они, наши пазлы. Можем ли мы поставить? Наверное, не сможем мы никак поставить сейчас. Что это за номер? Это вообще цифры, буквы? Что это? Фух. Так. Это не спальня, это гостиная. Чего? Эй! Эй, что случилось? Мамка? Мамка, я до тебя доползу сейчас. Вот он, наш медведь. Привет, мамка. Какого хера ты тут бухаешь сидишь? Объясни-ка мне, а? Этого нельзя делать. Да, здесь что-то будет происходить дальше. Может быть, я могу медведя взять? Да, по всей видимости, так и нужно сделать. Не подходи ко мне. Почему? Прости, я не хотела. Но ты никогда не слушаешься. Кто-то постучал, друзья. Я надеюсь, это не тот монстр, который за нами бегал, потому что будет очень печально все. Мне нужно дальше пойти или чем бы мне заняться вообще? Ну да, кто-то стучит. Так, открылась дверь. Я могу сюда выйти, да? О, привет, моя хорошая. Иди сюда. Сюда это куда? Ни хера не вижу, я ослепла походу. Тебе нравится твой подарок? А что случилось с его лапкой? Не переживай, мы его починим. Куда идти? Я не вижу ничего, господи! Это все? Я не знаю, друзья, я вышел в какой-то белый свет. Со мной кто-то поговорил, я, честно говоря, даже не понял, кто. Мы можем проматывать вот таким вот образом титры с очень страшной музыкой. Здесь мы можем видеть всех замечательных людей, которые, в общем-то, разработали данный продукт, который не очень длинный, но весьма приятный. По ощущениям, его так немножко пощупали, буквально в 5 сериях, и как будто бы все достаточно годно получилось. Не знаю, друзья, ничего не происходит больше, титры у нас идут. Я их сейчас проматываю вручную, может быть, в конце что-то будет, хотя очень даже не факт, не знаю. Стоп. И другие. Понятненько. Вот такие вот дела. В общем-то, прошли мы игрушку, было весьма занятно. Концовка, конечно, не очень понятная была, и, честно говоря, ожидал я немножко большего. Но, в принципе, от игры, которая всего у нас на пару часов прохождения, плюс-минус несколько минут, наверное, не стоит больше ничего ожидать. Я надеюсь, что вам понравилось, друзья. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видосы. А как вы знаете, мы проходим еще одну замечательную страшилочку, которая называется Lairs of Fear. И сейчас мы пойдем туда, друзья. Всем пока.